Ульяновская область, Корсунский район, село Краснополка, улица Апраксина, дом 11. Это адрес строящегося нового фельдшерско-акушерского пункта на территории поселения. Его открытие ждут около 600 селян. Пока что в Краснополке на этом месте располагается только каркас нового строящегося ФАПа. Совсем скоро, уже осенью, здесь зафункционирует полноценный современный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство медпункта началось в мае этого года по программе модернизации объектов первичного звена здравоохранения. К новому объекту будут подведены все коммуникации, в том числе высокоскоростной интернет для возможности записи в электронной региональной медицинской системе. В настоящее время действует у нас ФАП. Фельдшер тот же, но единственное, ФАП находится в приспособленном помещении. И для того, чтобы, значит, улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи, мы, в принципе, и строим модульный ФАП. Действующий ФАП находится в старом домике с печным отоплением. В нем достаточно уютно, но все же уже много пережитков прошлого. Вот с таким вот историческим медицинским чемоданчиком фельдшер Краснополки ходит на оказание первой медицинской помощи. В новом здании ФАПа он будет, конечно же, уже современным, новым. Такую фельдшерскую сумку, а главное ее хозяйку Николаеву Валентину Борисовну, не одно десятилетие хорошо помнит постоянная жительница села Галина Семенова. Много раз фельдшер приходила ей на помощь. Валентина Борисовна у нас просто незаменимый человек на селе. Она не только днем принимает, но и ночью по вызову в любое время, в любую погоду направляется к своим больным. Я сама часто здесь, часто, как говорится, посетитель, астматик, поэтому часто приходится, чтобы мне оказали помощь. И Валентина Борисовна всегда безотказна. В старом ФАПе есть даже так называемое детское отделение. Для создания атмосферы сказки сельчане сами обустроили и пополняют игрушками педиатрический кабинет. Кукла Маша или хитрая лиса всегда помогают побороть страх перед уколом или осмотром фельдшера. Будем надеяться, что в новом здании фельдшерско-акушерского пункта Краснополки будет находиться точно такая же уютная детская комната, которая сейчас находится в старом здании. Здесь детишкам очень комфортно и уютно находиться перед вакцинацией или другими календарными прививками. В Ульяновской области по нацпроекту здравоохранения в 2021 году планируют построить 15 новых модульных ФАПов. На строительство Краснополковского фельдшерско-акушерского пункта выделено порядка 7,5 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. В масштабах проекта по модернизации первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области благополучно выполняется обновление фельдшерско-акушерских пунктов. Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ.